По документам – жилой дом, на деле – частная гостиница. Этот коттедж на улице Самбурова давно вызывает множество вопросов у соседей. Несколько лет назад здесь сменился собственник. Новый хозяин организовал на территории некогда тихого дворика семейный бизнес. Написали в администрацию, что земля не принадлежащая коммерции не разрешается. Если дом в стадии строительства, не разрешается там жить, не разрешается заводить туда отдыхающих. Но там всегда море отдыхающих, море иностранных этих рабочих. Однако ни рекламных вывесок, ни реквизитов на входе с указанием функционала здания. С виду обычный частный дом, зато в интернете весь перечень услуг. На одном из туристических сайтов размещено объявление о сдаче комнат. Прилагаются фотографии с адресом и отзывы, согласно которым этот гостевой дом существует уже не первый год. Специалисты муниципального контроля отреагировали оперативно. Управление муниципального контроля проведена проверка земельного законодательства по адресу Самбурова, 112. В ходе проведения проверки установлено нецелевое использование земельного участка. По данному факту материалы направлены в Росреестр. Также в настоящее время управление муниципального контроля подготавливается необходимый пакет документов для подготовки соответствующего искового заявления в суд к собственнику земельного участка в связи с его нецелевым использованием. Теперь нарушителю грозит серьезный штраф за нецелевое использование земли. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.